Твери в рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок запустили маршрут 43. На линию Университет-микрорайон Южный Д-Университет выходят 14 автобусов среднего класса. Новый маршрут обеспечит связь между Московским и Заволжским районами города. Его продление позволит улучшить транспортное обслуживание новых жилых районов города – Радужный, Южный, ДЖК, Авиатор, Крылья и Новый город. Также будет обеспечена удобная связь между университетом и микрорайоном Юность. Кроме того, ранее по просьбам жителей маршрут 55 был возвращен на трассу, действовавшую до внедрения новой модели пассажирских перевозок. Запуском нового 43-го маршрута нет необходимости сохранять старый путь следования, чтобы он не дублировал 43-й. В связи с этим 55-й возвращается на путь следования, предусмотренный новой моделью трассы Южный микрорайон Радужный.